Привет, вы на канале Алана Роксолана, и сегодня у нас смешной челлендж. Угадайте слепую. Да, у нас сегодня действительно очень смешной челлендж. Мы будем угадывать, кто где живет. Будем угадывать вслепую. Мы не видим ни кого-то, ни их домиков. У нас есть только карточки. Первый ряд карточек – это кто будет жить в домиках, а второй ряд карточек побольше – это домики для тех, кто будет, для тех, кто живет в них. И нам надо угадать. Вытаскиваем наугад одну карточку, вторую карточку. И должно совпасть правильный домик. Назвать просто надо правильный домик. Челлендж. Дочка против мамы. Кто больше угадает, тот и выиграл. Ну что, кто первый будет? Давай на камень, ножницы, бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Еще раз. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Все, ты первая, ты меня порезала. Давай. Ты не первую карточку. Не-не-не, да, давай, ты не одну и вторую. Ты хочешь синюю? А ну-ка давай. Я сразу предупреждаю, оно не по цветам, оно в разброс все переворачивает. Будем читать. Давай мне меньшую карточку. Кто это у нас? Кого же ты вытянула? Ты вытянула солнышко. Солнышко. И где у нас живет твое солнышко? А, солнышко живет в норке. У Роксоланы солнышко живет в норке. Ну ничего. Давай, складывай в сторону. Теперь я. Раз. Два. У нас кто здесь? У меня здесь рыбки. Рыбки. И где же наши рыбки живут? О, я тоже не угадала. Рыбки живут в доме. Ну, они вообще-то в водичке живут. Ну да. Или в речке, или в аквариуме. Ну, не в доме. Дома могут жить, но они же, это не их домик-то дом. Правда? Да. Тоже я не угадала. Давай теперь ты. Давай, переворачивай, смотрим, кто у нас там. У нас здесь белочка. А, и белочка живет в улике. Вместо того, чтобы белочка, где должна белочка жить? В дупле. На дереве, да? На дереве в дупле она должна жить. А она живет где? В улике. В улике. А кто в улике должен жить? Пчелы. Ну, к сожалению, опять ты не угадала. Посмотрим, улыбнется ли мне удача. Так, теперь я тяну. Ага. Ой. Прилипла. Кто у нас есть? Лягушка. И где же наша лягушка будет жить? Ну давайте что. Ура! Лягушка в болоте! Я угадала! Ура! Первое то, что угадала. Лягушка в болоте. Наконец-то. Я уже думала, никто никогда ничего не угадает. Давай, тяни теперь ты. Мышка. Где она? Где она мышка должна жить? Она в жике. Мышка. В норке. В норке. А у нас мышка живет в будке. Роксоланка, ну зачем ты мышку в будку посадила? Ты так норка. Так, теперь я. У нас осталось еще три задания. Собака. Боже, у меня собака в дупле живет. Вот, я еще лучше сделала. Тебя посмеяла, а сама собачку в дупло засунула. Представляешь? А где написано собака? Вот, перед тобой смотри. А, вот это? Да, вот видишь, здесь написано собака. Я всем зрителям показываю. Собака в дупле. Нет, я специально написала
простым карандашом. Потому что если бы я написала ручкой, оно бы просвечивалось. А простым карандашом с другой стороны совсем не видно. У нас интересный такой смешной и увлекательный детский челлендж. Да. Давай не перейдем. Колдуй, колдуй. Чары-мары, чары-мары. Чтобы ты угадала. Давай. У нас котик. Котик живет в воде. Да. А кто в водичке должен жить? Рыбка. Да. А у нас ты котика в водичку подсунула. Они как раз ее не особо любят. Ну, что ж делаешь? Так. Последнее осталось. У меня выбор небольшой. На небе. Кто у нас на небе? Кого я на небо посажу? Пчелки. Ну, это еще полбеды. Ну, вообще-то на небе не пчелки живут. А солнышко. Да, а у нас солнышко где-то жило в другом месте, да? Да. И, ну, явно не... Потом в дупло уже. Да? А пчелки на небе. Ну, опять не угадали. И получился в нашем челлендже только один угаданный номер, что лягушка живет в болоте. Да. Ну, и приз получаю я. Ну ничего, я думаю, что в следующем челлендже обязательно ты победишь. Такой у нас был интересный маленький детский челлендж. Да. А кому понравился? Ставьте лайки! Ставь лайк и подписывайся на канал Алана Роксолана. Всем пока, пока-пока! Мы всех вас ждем в гости да. На наш канал.